Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Жданова Татьяна. Татьяна, вы откуда? Из Нижегородской области. О, издалека к вам приехали. Да. Какими судьбами? На операцию. То есть прям целенаправленно, да, на операцию приехали? Да. Волновались? Не очень. Больно было? Нет, ничего не чую. А после операции? После операции был, конечно, дискомфорт. Слез текли, а так не сильно. Ну, долго это продолжалось? Три часа где-то. Вот, зная о том, что будет неприятно, пошли бы все равно второй раз на операцию? Ну, условно, если бы вы знали, чем это будет для вас обернется? Ну, наверное, да. Ну, хорошо, вот ваше переживание, ваша дорога, она оправдала вас, это стоило того? Да. Вы получили долгожданный эффект? Да. Какой у вас был зрение до операции? -4,75 и -5,75. Ага, большая эффект достаточно. Да. Ну и как вы сегодня видите мир своими глазами? Без линз и без очков? Да, без линз, без очков все видно. Все можно выкинуть, не потребуется? Нет. Я поздравляю вас с вступлением снова в клуб зрячих, да, возвращение вернее в него. Для тех, кто переживает перед операцией, что вы им посоветуете? Не переживать, все будет хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста.